София, я вам хочу сообщить радостную новость. У меня родилась сестренка. И по случаю этому мы будем делать сюрприз необыкновенный. В этом мне будет помогать моя бабушка Люба и моя подруга Софа. Всем привет! Для этого нам понадобятся ножницы, цветные резинки, палочки, атласная лента, бантики. Мы их уже сделали. Пинетки. Подставка под торт. Лента. Гофрированная бумага. Двусторонний скотч. Горячий клей-пистолет. И упаковка памперсов. Возьмем атласную ленту и отрежем ее нужной нам длины. Вот и день наступил волшебный, он ворвался к нам песней звонкой. Ведь сегодня день рождения у моей сестренки. Теперь склеим ленту горячим клеем пистолета в кольцо. А я тебе подойду поближе и скажу, что мне кто не слышал, я на ушко тебе тихонько с днем рождения, сестренка. Завернем памперсы в трубочку и закрепим резиночкой. Гора памперсов у нас получилась. Теперь внутрь из кольца атласной ленты ставим памперсы. А я тебе подойду поближе и скажу, что мне кто не слышал, я на ушко тебе тихонько с днем рождения, сестренка. Вот и готов наш первый ярус торта. В нашем торте будет 3 яруса. Возьмем поменьше ленточку и проделаем также с вторым ярусом. Вот мы вместе сделали второй ярус. Делаем последний, третий ярус. Готов, осталось его украсить. А я тебе подойду поближе и скажу, что мне кто не слышал, я на ушко тебе тихонько с днем рождения, сестренка. Я на ушко тебе тихонько с днем рождения, сестренка. Наш торт закончен. Остался последний штрих. Вот такие маленькие босоножки. А я тебе подойду поближе и скажу,
такой сюрприз получился. Надеюсь, моей маме и Машеньке понравится.